19 марта в районе Аль-Баранке города Дамаска боевики заминировали машину одного из жителей этого района. Взрывчатка была закреплена под днищем машины. После того, как этот человек включил зажигание, произошел взрыв. 5 человек получили ранения. К счастью, погибших нет. Стоит отметить, что житель Дамаска, машина которого была заминирована боевиками, не имеет никакого отношения ни к армии, ни к государственной службе. Что еще раз подтверждает тот факт, что террористы начали пытаться убивать всех без разбора, с целью запугать население Сирии. В некоторых СМИ появилась информация якобы о блокаде международного аэропорта Дамаск. Эта информация является абсолютной ложью. На 19 марта аэропорт функционирует в нормальном режиме. Дорога между аэропортом и Дамаском также на данный момент абсолютно спокойна. Также нормализуется обстановка в городе Дерзор на востоке Сирии. Сейчас в городе спокойно. Террористы, пытавшиеся ранее прорваться в город, уничтожены силами сирийской армии. В районах города, подвергшихся нападению боевиков, сейчас начались восстановительные работы. В частности, это идет восстановление телефонной станции, разрушенной боевиками. Это была краткая сводка о ситуации в Сирии за 19 марта. Над выпуском работали Дмитрий Ершов, Марат Мусин, Виктор Кузнецов и Андрей Филатов. Информационное агентство «Анна Ньюс», Сирия.